Почему вы не прекращаете очень больные и плохие отношения? Потому что вы трусы, потому что вы боитесь менять свою жизнь. А вы знаете, что за одну жизнь можно прожить много жизней, сотни жизней, меняя жизнь каждый день? Но вы же не прекращаете эти больные отношения? Вы же не переезжаете в другой город, в другую страну? Почему? А кто меня там ждет? А кто вообще кого? Вы скажете, что вы не уходите из этих отношений ради детей? Да дети несчастливы ради с несчастливыми родителями. Они видят, как вы друг друга ненавидите. Видят. Вы не ради детей. Вы просто трусы, вонючие. Вы боитесь всего и всегда. Вы боитесь тупо переехать в какой-то город, что-то попробовать. Вы боитесь попробовать новое, потому что вы не уверены в себе. Потому что вы для себя никто. Вы в себе не уверены. И как, наверное, классно с 6 до 6 или с 10 до 10 каждый день работать не на любимой работе, жить с нелюбимыми людьми в одном пространстве, под одной крышей. И просто ненавидеть себя и свою жизнь. А потом просто однажды не проснуться или сдохнуть по пути на работу. Ничего не меняйте. Ничего не меняйте. Без вас не будет таких примеров.